você pode. E aí, seu amigo Chucks? Нет, все. Братья и сестры. Можно в этом мире все потерять, но я вам скажу. Держите за мной. Держите за мной. Это невозможно. Почти 4 года мечтали о вчерашнем дне. 4 года. Была вся мысль и не мысль. Но верю, обещаю. Верю. Несмотря на что же происходит в вашей жизни. Тише. Зал. И верю, что он жив. Он живой. Я не знаю, как вы. Вы знаете, когда вы каждый день, когда вы у вас есть Бог, у вас есть желание исполнить призвание, несмотря на недостатки, несмотря на незнание, несмотря на то, что нет. То, что надо, если в голове есть Бог, есть желание, и увидеть, что действительно наш Бог живет. И я первым хотел поблагодарить те люди, которые участвовали в моей жизни при покаянии, потому что это было начало. Все пастыри, все наставники, сыны по солнцу Божьему, во всей стране по солнцу. Больше всего, знаете, во всем Боге, рядом все. И я могу сказать, если вы ходите в центральную церковь, и пастор Господь для вас находится далеко, прошу, постарайтесь сократить этого расстояния. Потому что если она наша пастор, значит Бог знает почему. Не обманывайте себя, говоря, что я с Богом. Ваше сомнение, он является старшим, но мы больше прикасаемся к нашим пасекам и веселям. Поэтому, если для вас пасек Господь находится далеко, прошу, постарайтесь сократить два расстояния. Я хотел тоже поблагодарить ее родителей, потому что в ее жизни, я могу вам сказать. Я нашел то, что в жизни кто-то поработал, готовый продукт. Даже если я считаю себя красавицей, я вам скажу, если не было бы ее родителей, я не мог бы оказаться таким красавицей, как я себе думаю. Поэтому я хотел поблагодарить ее родителей.
Тоже я хотел поблагодарить служение, которое у нас есть в душе. Сегодня вы услышали о ночной молитве. Я вам скажу, все начали с ночной молитвы. Поэтому посвящайте ночную молитву. Я хотел поблагодарить тех, которые вчера разделили с нами этот праздник, те, которые участвовали, те, которые оставили свои дела и пришли, приехали и порадовались с нами. Хочу поблагодарить братьев и сестры, которые мне прикасаются каждый день и выслушали. Без вас не было. Мне нет взаимоотношений с Богом без взаимоотношений с людьми, которые есть. Может быть, вы это не знаете, но вы влияете на нас. И единственная наша молитва, чтобы Бог дал нам благодать идти дальше, благодать иметь взаимоотношения, которые мы имеем с вами, лучше, те, которые уже семейные люди, мы никогда не откажем от ваших советов, от ваших опыта, мы всегда будем открыты. И мы знаем, что если мы вместе, значит, Бог считает, что мы вместе мы можем что-то достичь. Поэтому не игнорируйте этого, помогите, если вы можете, и мы постараемся быть послушными. Аминь. Давай воздадим славу нашему Господу. И жертву благодарения мы принесли, потому что я не знаю, как он вам могу Бог благодарить. Я не знаю как. Но то, что мая, то, что мая, мы можем благодарить Бога всегда. Я забыла поблагодарить также родителей и моих родственников, которые также вчера приехали. Приехали родственники издалека, приехали с Чехии. Сейчас они смотрят онлайн, они дома, но они приехали из Сумы, из Челябинской области, из Чехии. Они стали все и приехали. Я не ожидала даже. Я благодарна также вам за то, что вы почтили нас, поэтому спасибо вам огромное. Пастырь, вы помолитесь? Спасибо, что ты не можешь, да,
объясните. Спасибо, дорогой. Спасибо за внимание. Вот. И этот год благодарения, который начался, он действительно замечательный. Это только начало. Дорогая церковь, если это кульминация нашего сюжета, то для чего мы приходим сюда, то для чего мы открываем сердца, это время свидания с Иисусом. Знаете, я размышлял об этом событии, оно немножко у нас как бы стало привычным, таким рутинным, но на самом деле это величайшее из чудес. Потому что когда Бог создавал человека, когда он его замышлял, то он зарезервировал место для себя самого. Знаете матрешку, да? Большая, не поменьше, там еще маленькая. Если эту аналогию на человека проецировать, то самая маленькая матрешка – это дух человечества. Именно в этой матрешке, самой маленькой, самой спрятанной в глубине нашего сердца, Бог оставил место для своего духа. Когда он сконцентрировал таким образом человека, он вошел и стал там жить. Потом произошли разные события, грехопадения, и когда он ушел из этого места, когда человек был из Израиля, но послушайте, это место, оно осталось. Услышьте меня духом сейчас. Особенно те, кому знакома боль неизвестности, кому знаком страх смерти, кому знакома эта щемящая тоска, которую нельзя заполнить ничем. Мы заполняем ее алкоголем, мы заполняем ее детьми, мы заполняем ее друзьями, работой, карьерой, деньгами, всеми мирскими вещами, которые мы можем. И это дает нам на несколько часов, на несколько дней, дает нам передышку. Я проходил до 40 лет. Я уже дошел до аутизма, но все равно эта дыра расширялась. От моих медитаций она становилась еще больше. Боль становилась еще сильнее и невыносимее. Ужас охватывал меня. Я по ночам просыпался в холодном поту, потому что эта дыра становилась огромной, и она хотела поглотить меня все. Что я делал? Я искал Бога. Конечно, я его искал. Всю жизнь до 40 лет я его искал. В алкоголях, наркотиках, в работе. И во всех вещах, которые все люди ищут. Потому что мне стало требоваться Бога. Но послушайте, никто и ничто не может заполнить место, которое Бог приготовил для себя. Аминь. Никто и ничто, ничем все равно ты его не заполнишь. Бог дал мне пару дней назад это слово, Бог дал мне эту мысль. Я верю, что мы услышали друг друга, я верю, те, кто онлайн, тоже слышат меня сейчас. И это кульминация, потому что есть в этом зале человек, которого Бог сегодня пришел приветствовать, для того, чтобы это место стало наполненным Богом. Поднимите руку, кто вы. Поднимите руку, те, кто первый раз пришли сегодня в церковь. Господь ждет вас. Он знает все о вас. Но послушайте,
уже сделали один шаг в истинную. Как блудный сын, который возвратился к отцу, отец побежал на встречу. Будьте читать Библию, что отец, увидев блудного сына, побежал на встречу. Этот пожилой человек, он снял перстень с руки, он снял свою шубу, он снял свою мантию и сказал: «Сын мой, ты пропадал, а теперь нашелся. Ты был погибаем, а теперь ты спасен». Бог радуется, ангелы на небесах радуются. Воздайте славу. Давайте мы помолимся за Татьяну, за Николая. Давайте помолимся за нужды. Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты привел к своему этому месту. Мы благодарим Тебя, Боже, за эти нужды, которые есть в нашей церкви. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты с нами сегодня. За то, что, Боже, мы в Твоей власти, Господь. Боже, отвечай, Боже, ответь нам по богатству славы. Подарить подарок, песню там на кресте. Такое местописание из Библии. Это Второзаконие, 16 глава, 17 стих. Здесь написано: «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благоволению Господа, Бога твоего, какое он дал тебе». Давайте сейчас Thank you.
Давайте поднимемся на ножки, встанем и поблагодарим Бога. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, мой Боже, что мы рождены в этой стране, мой Боже, что мы это время можем молиться, Господи, провозглашать волю Божию на эту страну, мой Боже. Мы благодарим Тебя, мой Боже, за нашего президента. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше правительство. Мы благодарим Тебя, мой Боже, за недра земли. Мой Боже, за богатые недра земли, мой Боже. Мы благодарим Тебя за экономику, за все, за то, что Ты дал, мой Боже, на эту землю. Мы благодарим Тебя, мой Боже. Мы высвобождаем благодать, мой Боже, на эту землю, на этот народ, мой Боже. Кто приезжает сюда, да будет благословен, мой Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем всякого сильного на юге страны во имя Иисуса. Thank you.
пожертвування на строительство церкви. Боже Господь, ми приготуємо зараз свої фінанси. Боже, ми віримо, Боже Господь, в будущність. Ми віримо, Боже Господь, що ця церква, вона буде розмножатися, вона буде строїтися. І всі нужди, які, Боже, ти бачиш в цій церкві, вони сверхъестественно будуть покриватися. Боже, ти покриваєш, Боже, ці нужди. І ці фінанси, вони вважаються многократно, в тисячу раз. Предприниматели піднімаються, фінанси йдуть, і ніякий кризис, ніякі ситуації не остановлять тіло Божье. Во ім'я Ісуса Христа, Боже Господь, ми приготовляємо ці фінанси, я даю цю інвестицію в Твої руки, в Твоє созидання. Во ім'я Отца і Сина, молились і Святого Духа. Амінь. І зараз ми приветствуємо пастор Коса. Больше, чем мы делали раньше. Потому что кому еще слушать?
брат Павел говорит, вот это слушайте, даже не Моисей, даже не Илии, но вот это Иисус. Слушайте, у Него есть глаголы жизни, у Него есть все то, что нам нужно для жизни и благочестия. И я хочу закончить сегодняшнее слово, очень известное местописание, послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Послание к римлянам 10:17. Там написано, что вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Римлянам 10:17. Мы знаем это местописание, да? Вера приходит от слышания Слова Божьего. И на заключение, скажите мне, пожалуйста, что нам будет давать, если мы будем слушать и слышать Иисуса, если мы соединим все то, что у нас было сегодня, с тем, что написано в Римлянам 10:17, что вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Скажите мне, пожалуйста, если мы будем слушать Иисуса, если мы услышим Его, что у нас будет умножаться, что у нас будет больше, что у нас будет расти церковь, что будет? Еще раз, что будет? Еще раз, что будет? Вера. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. В Библии написано, что без веры невозможно угодить Богу. Вера – это небесная валюта. Мы общаемся с Богом, мы подходим с Богом только на языке веры. Никакие деньги, никакие связи, никаких положений. Человек с верой сильнее самого богатого человека на земле. Человек с верой сильнее самого влиятельного, который занимается не знаю, какой только. Вера, вера, вера. И Бог говорит, слушайте Его. От этого будет увеличиваться ваша вера. И с верой вы поклоните любви Боги. Давайте встанем, давайте скажем Богу, мы будем слушать Его. Мы услышим Его, наша вера будет расти, и мы проживем этот год. Вера, Духе, в синем отношении с Богом. Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо за Твое слово, спасибо за напоминание. Кого нам слушать? Кого нам слушать? Кого нам слушать? Мы говорим, что в этом году будем больше уповать на Тебя, потому что Ты есть Сын Божий в основе. Возьмите за руки, мы закончим наше служение.
После служения мы встречаемся на лидерском собрании в 16-м кабинете на втором этаже. Пожалуйста, всех ждем вас. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. И я, Господь, успою совершить это в свое время. Не видно бедствия в Украине, и незаметно несчастье в посольстве Божьем. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. В свое время скажут об Украине и о посольстве Божьем. Вот что творит Бог. Вот народ, как львица встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы.